Всем привет, это магазин Шабарган.ру и время обзоров. У нас такой экстренный обзор, потому что времени прям ноль. Это МБ-442, сразу скажу вам ее размеры. 4 метра 40 сантиметров, 2,23 и 2,05. Значит, вот такие ее размеры. И эта уже палатка относится к классу профессиональных, потому что, вот смотрите, мы вам подробно на этом остановились, установили каркас. Почему она профессиональная? Потому что у нее усиленный каркас, который, вот видите, он сам по себе стоит. То есть не надо никаких ему растяжек, ничего, вот он уверенно стоит. Он на дюралюминиевом, ну, алюминиевый сплав специальный авиационный, он очень упругий и легкий. Такой вот каркас. Что он позволяет, а почему она профессиональная? Во-первых, она двухслойная. Мы сейчас пристегнем сюда внутренний слой на крючках, наружный слой наденем сверху. И она как влетает после этого становится, и даже растяжки не нужны. Но растяжки, конечно, надо, чтобы сильным ураганным ветром ее не снесло. Но просто стоять она может без любой растяжки. Не как обычная палатка, а она самодостаточная, как домик. Вот так стоит, как таким домиком, потому что внутренний тент, наружный тент ее еще сильнее собирает, и она получается такая уверенная. И это, именно эта конструкция является самой стойкой к ветряной нагрузке, самой ветростойкой конструкции. Вот, сейчас мы пристегнем внутренний тент и покажем вам, как он фиксируется. Очень быстро и удобно. Народ, ну вот, уже половину палатки пристегнули, это буквально вот прям какие-то минуты. Вот я говорю, что любителям этих полуавтоматических палаток, ну, это, во-первых, совсем другой класс, вы ни одну полуавтоматическую палатку таким классом не получите. Но и по быстроте установки, вот, то есть мы установили каркас, и дальше этот центр, бам, 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 вот крючки, бам, и все. И вот ты все сегментики так пристегиваешь. Очень удобно делается. У нас МБ-22 в личном пользовании. Она такой же конструкция, только маленький, в два раза меньше. И вот эта система очень удобна. Мы ее как баню используем. И любое объединение в перчатках, зимой, в толстых. У тебя никаких проблем нет в любых этих условиях вот эти крючки собрать. Вот такой плюс. Вот так поставили внутренний слой. Здесь у него такие проветроны. Это москитная сетка. Смотрите. Собрали эту палатку. Мы хотим себе такую. А вот таких размеров. Окно в предбаннике. Конечно же, вот эту стенку вы можете, как и в любой палатке, отстегнуть. И у вас будет единый размер. Например, если для ночевки установить кровать. А если для бани, то у нас получается вот такой огромный предбанник и вот такой огромный банник со своим входом. Блин, ну парное отделение. Есть прям большие идеи, интересные всякие варианты вот такого использования. Хотим себе такую. Классная. Давайте установим две разделки. Наружный слой. Здесь тоже такой же. Смотри, они друг напротив друга. Ага, симметрично. Чтобы с какой бы стороны солнца не было, оно тебе просвечивало. Народ, супер мало времени. Мы пришли сюда в 10 минут, уже 37 минут. Нам в 50 надо уже отсюда свалить. Поэтому так быстро мы ее установили. Она уже стоит, смотрите. Наружный тент, внутренний тент. Вот для оттяжек, для ветровых. Чтобы сильным ветром ее не повалило на воду. Ее весами невозможно смотреть, видите? Вот, пряный. Она, видите, держится. Два слоя, между ними воздушная прослойка. Это то, что нужно для удержания тепла и недопущения холода внутрь. Именно воздушная прослойка. Почему? Потому что воздух, как вы знаете, это самое... Вот. Вот она. Рука залазит. Это самое тепло... Самое... Воздух имеет самую низкую теплопроводность. Значит, здесь мы имеем фирменные... поддувало, отдушины с москитной сеткой. И здесь же, вот это, что мне очень нравится решение, в наружной двери имеется москитная сетка. Ты можешь летом, елки очень часто используют, очень любят эти палатки,
Ты ее летом все вот эти отдушины открыл, и у тебя полный объем двери – это продувание. И, соответственно, насекомые не попадают. У тебя и не жарко, и никто тебя не жрет. Дальше. Смотрите. Опа! Вот это я люблю. Стоишь, у меня 1,90 м. Моя основная везде проблема там на даче, везде вот так вот надо ходить. Все, низкие потолки. Здесь я стою ровно, выпрямлюсь, даже я так не хожу. Полностью выпрямленный. И мне комфортно. Обожаю эту тему. Ну и очень нравится, что есть отдельный вход для отдельного помещения. Это мега офигенное решение. И в плане безопасности, вдруг какая-то ситуация, надо резко покинуть палатку, как на перевале Дятлова, например, был. Они раз и в разные стороны бы разбежались. Не надо было резать палатку, потому что дверь распашная. На гермоклапан ты ее толкаешь, она открывается. Вообще никаких проблем нет. Ну и, соответственно, здесь зашел, здесь вышел. Здесь, допустим, у нас, смотрите, две разделки. А здесь разделка под трубу и там. Мы можем здесь печь длительного горения для обогрева. Стол, я прям тут уже вижу. Дюна, скамейка, стол, 4, 6. 6 человек легко. Там офигенная банная, ну, парильная. И уже там парабомба, естественно. Блин, просто кайф. Есть еще одна идея, которую я палить не буду, но которую мы обязательно реализуем. Это вот я прямо сейчас ее вижу. Я прямо здесь ее увидел. Так, все. Еще важно отметить, что у внешнего тента все швы проклеены. Вот мы сейчас его накидывали, ну, прям видно было. Вот шов, его прям видно, он проклеен. Да, специально для герметизации. А вот смотрите, все вещи продуманы. Где надо, усилено ПВХ. Где надо, прошито специальным сокантовкой. Все продумано. Почему? Потому что Магиба делает это уже больше 15 лет и знает, что она делает. И самое еще стоит сказать, что Мобиба все это дело придумала, разработала и является родоначальником всех мобильных бань. Что может лучше характеризовать, изделие, как наличие на него подделок? Мне кажется, лучшие характеристики нет. А как вы все знаете, на Мобибу есть подделки. Прямо один в один. Но только качество намного ниже. Так вот. Есть у нас идеи на такую палатку, пока у нас нет на нее финансов, но мы что-то придумаем. И если вам будет интересно дальше, смотрите за нами, следите, будем реализовывать интересные идеи. Ну и, конечно же, будем снимать обзоры, чтобы вам было понятно, как вживую это все выглядит. Для чего мы это делаем? Чтобы человек, ну, картинки одно, да, а вживую ты посмотрел. Ага, человек зашел, и ты прикинул, какие размеры, сколько здесь чего помещается, и как это все вживую выглядит. Все, всем удачи, всем привет. Пока.